общем, ребята, мы оказались в музее Лего Лас-Вегас, Минск. Действительно прикольно, куча конструктора, интересно очень. И какие Эйфелевые башни, статуи свободы. Масса-масса эмоций, масса впечатлений. Сейчас смотрим вместе с вами. Алекс просто в шоке. Ребята, идет экскурсия, слушаем. Блин, посмотрите, какие четкие кварталы прям Гарри Поттера. Вот эти вот серии, они просто топчик. Я вот люблю Лего, что связано с городами, с строительством. Мы даже свой собственный город всегда строили, но... Это просто офигеть. Я даже раньше ни разу не видел таких домов. И то, что можно, в принципе, такое создавать, строить у Лего. Это топчик, ребята, топчик. Слушайте, какой классный музей. Столько нового можно узнать. И много интересного. Особенно те, кто любит Лего. Камера даже и... мой сюжет вряд ли передаст все это. Все эти эмоции, то, что можно глянуть, но, ребята, если Минск, если есть возможность, настоятельно рекомендую. Ну, а сейчас по максимуму покажем вам это великолепие. Обвилс на связи, подписывайся, лайк, видео. В общем, да, классный музей Лего у нас, оказывается, есть в Минске. Тут, короче, куча всего. Посмотрите, какие инсталляции. Целый у нас Лего, получается, замок. Тут у нас такая тематика более средневековая, замки, рыцари и куча всего интересного. Конечно же, конструкторы впечатляют своим масштабом, своим размахом. Вот помимо рыцарского, конечно, что нам еще особо интересно, это всякая техника. Посмотрите, здесь сделано вот как целые города идут, стройки. Смотрите, вертолеты, здания, блин, что-то напоминает нашу вот Лего Сити, которую мы строили. Вот, даже есть аэропорт. Аэропорт у нас, по-моему, тоже есть. Красивый конструктор, конечно. Вот. Такие вот эмоции сегодня мы окунаемся вместе с Лего. Вот Эйфелевая башенка построена. И, конечно же, человек из Лего. Кто это у нас? Статуя Трифора. Вот такие вот инсталляции. Да, масса эмоций. Вот здесь вот рыцарские впечатления. Посмотрите. Вообще и драконы, и корабли можно видеть. Целый мир Лего. А там даже, видите, пиратские лодки. Смотрите, даже целое сооружение, замки, которые готовятся к войне. Не колесница, как это называется? Катапульты, наверное, да? Которыми брали и захватывали замки. Блин, вот, конечно, да, такой бы какой-нибудь городок построить. Было бы ярко и интересно. Да, куча всего. Огромные конструкторы. Куча деталей. От эмоций пока еще, конечно, не можем отойти. Вот, поэтому будем смотреть сегодня с вами музей Лего, Лас-Вегас, Минск, вместе с каналом Апвилс. Обязательно подписывайтесь, обязательно лайк. А мы продолжаем. У нас началась экскурсия. Будем смотреть и изучать историю Лего, историю развития. Музейные экспонаты. В общем, все посмотрим сегодня вместе с вами. Думаю, будет максимально интересно. Офигеть. Я просто не знаю, я чуть сознание не потерял. А вам как такое, ребята? Лас-Вегас. Музей для Лего. Офигеть. Вот эта вся комната. Потрясающая. Получается, с поездом, который ездит и с американскими горками. Да, вот смотрите, нажимается кнопочка, жми, и он, по идее, должен поехать. А, значит, есть какой-то таймер. Да, он недавно, кстати, приехал. Смотрите. Обращение. Вау, смотрите, вот нажимаешь определенные кнопочки,
и начинается какое-то движение в этой комнате, то есть либо ездит поезд, либо начинает крутиться качели. Офигеть, я вообще... Смотрите, город, а по периметру города, получается, проходит береговая зона и железная дорога. Здесь можно включить кнопкой тоже, и поезд ездит сам. Смотрите, вот, предположим, железная дорога пошла. Так, это у нас аэропорт. А здесь вот уже береговая зона. Смотрите, уже разнообразные корабли. Здесь видите поезд, наверняка вокзал, какие-то торговые суда, экскурсионные. Это просто офигеть, там скорые. Красивый, интересный город получился. Видите, погрузка, сколько груз припарковался. Ну, я лично большинство такого даже не видел. Ну, есть, ребята, о чем подумать, что построить Априлс, подписывайтесь. У нас эксклюзивный репортаж из Лего-музея сегодня. Дома с подсветочкой, и когда темнеет, улица загораются огни на улице, и город приобретает такой вид более красивый, что ли, с подсветочками, более яркий, разнообразный, красочный. Действительно, мне кажется, он смотрится по-другому. Как вам такой городок? Хотели бы у себя дома в магазины, можно пообедать. Для животных магазин. В общем, красиво. Огни в домах, огни, видите, там что-то моргает. Красота полная. Город, конечно, потрясающий. Даже не знаю, частная коллекция. Как такое вообще собрать можно? Ребята, однозначно лайк, подписочка. Открылся сегодня музей Лего. Офигенный город. Вместе с вами посмотрели. Это просто невообразимо. Невообразимо. Не забываем нажимать и прокатиться на карусельках. Вот так вот.